Дорогие друзья, добро пожаловать на онлайн-лекцию фонда имени Миклуха Маклая. Меня зовут Артем Гарин, и я являюсь представителем молодежного экспертного совета фонда имени Миклуха Маклая. Сегодня мы с вами поговорим об одном из наиболее выдающихся исследователей и путешественников XIX века, адмирале русского флота, который многое сделал для развития отечественной науки, Федоре Петровиче Литке. Лекция организована в рамках образовательно-просветительского проекта «Россия-Океания. 19-21 века» при поддержке фонда президентских грантов. Ну и прежде чем мы с вами поговорим о кругосветном плавании Федора Петровича Литке и его приключениях в океане, нам необходимо разобраться, что из себя представляет Океания. Океания – это уникальный регион в южной части Тихого океана, где располагается более 25 тысяч островов, общей площадью более 8 миллионов квадратных километров. Несмотря на то, что изначально масштабы Океании кажутся сравнительно небольшими, сам регион простирается от берегов Австралии до южноамериканского континента. Говоря о масштабах региона и для более детального его представления, необходимо отметить, что крупнейшее государство Океании Папуа-Новая Гвинея по своим размерам сопоставимо с Германией. В Океании расположены также 13 независимых государств, куда входит та же Папуа-Новая Гвинея, Вануату, Соломоновы острова и примерно столько же самоуправляющихся территорий, принадлежащих Австралии, Новой Зеландии, Франции и США. Считается, что еще 60 тысяч лет назад острова Океании практически не были заселены, но ученые сходятся во мнении, что происхождение океанийских народов берет свое начало из Юго-Восточной Азии. Саму Океанию принято делить на три историко-культурных ареала – Меланезию, Микронезию и Полинезию, как мы видим на данной карте. Ну и если мы говорим о Федоре Петровиче Литке, то в детстве он проводил целые дни за чтением книг по истории, астрономии, географии и другим наукам. Но самое яркое впечатление на будущего мореплавателя производили книги о кругосветных путешествиях. В 16 лет Федор Литке трижды участвовал в боях во время наполеоновских войн, после чего получил повышение по службе и был награжден орденом Анны 4 степени. Успехи на полях сражений не вскружили голову Федору Литке, он хорошо осознавал, что его знаний для дальнейшего роста недостаточно, поэтому продолжал заниматься астрономией, навигацией и практиковаться на море. В 20 лет Федор Петрович Литке принял участие во втором кругосветном плавании Василия Михайловича Головнина на шлюпе «Камчатка». На первых порах плавание было довольно трудным для молодого офицера, но принесло ему огромную пользу и расширило его знания в области океанографии, астрономии, физики, этнографии и окончательно определило его будущую деятельность как исследователя-путешественника. Сам Головнин отмечал, что молодой Литке умел владеть собой и в минуту опасности поступал решительно и смело. Находясь на Камчатке и Алеутских островах, Литке видел гуманное отношение Головнина к местному населению и по поручению Василия Михайловича записывал жалобы местных жителей, посещал их жилища и составил подробную записку о жизни коренного населения тех времен. В дальнейшем Литке совершил четырехкратное путешествие в Северный Ледовитый океан, которое значительно расширило отечественные и мировые знания об Арктике. Были проведены ценные гидрографические, магнитные и астрономические наблюдения. Путешественники также изучали флору и фауну и занятия населения Кольского полуострова. Сам Литке отмечал, что жители довольно трудолюбивы, являются искусными рыболовами и отважными мореходами, не боящимися в обычных лодках плавать в открытом полярном море. Как мы знаем, кругосветные плавания сопровождались открытиями новых земель, расширяли географические, океанографические и этнографические знания о землях по всему миру. В 1820-х годах передовые русские мореплаватели и ученые сумели добиться согласия Адмиралтейства на продолжение исследований Аляски, северной части Тихого океана и ряд регионов в тропических морях, включая Каролинские и Марианские острова. Еще в 1819 году первый в истории России кругосветный мореплаватель Иван Федорович Крузенштерн писал морскому министру, что Каролинский архипелаг, располагающийся в Микронезии, достаточно плохо изучен, несмотря на то, что располагается на морских коммуникациях.
Иван Федорович даже констатировал, что мореплавателям приходится пользоваться сведениями об этом архипелаге столетней давности. И вот 4 августа 1826 года шлюп Синявин вышел из Кронштадта и направился к Южной Америке. Важно отметить, что вместе с Синявиным отплывал шлюп Малер под командованием Михаила Николаевича Станюковича, который возглавлял кругосветную экспедицию обоих кораблей. Работы в Тихом океане проводились раздельно, и наиболее существенное открытие в океане совершил Федор Петрович Литке, командир шлюпа «Синявин». Шлюп «Малер» Станюковича плавал в тех же водах, что и Литке, но по несколько иным маршрутам. Обогнув мыс Горн, шлюп «Синявин» под командованием Литке прибыл в чилийский порт Вальпараисо, затем последовал к острову Ситка, и затем, посетив Русскую Америку, Синявин отправился на Петропавловск на Камчатке, который он покинул осенью 1827 года и взял курс к Каролинскому архипелагу или Каролинским островам, как продемонстрировано на данной карте. Также важно отметить, что Каролинский архипелаг тянется с востока на запад почти на 3000 километров и включает в себя более 900 преимущественно мелких островов. До начала 19 века все эти острова не были точно нанесены на карту и представляли большую опасность для мореплавателей. Синявинцы стали первыми исследователями, основательно изучившими положение данного архипелага. В ноябре 1827 года экспедиция Литке подошла к острову Касрая, восточной части Каролинского архипелага, где увидела высокие вулканического происхождения горы, которые были хорошо видны с моря и покрыты пышной вечно зеленой растительностью. Более того, путешественники практически сразу же увидели несколько жилищ островитян. Спустя некоторое время к русскому судну также подошли несколько каноэ, и на одной из них находился молодой человек, которого все называли Юрос. Как потом выяснили синявинцы, слово «Юрос» означало слово «старейшина». Гости вели себя на шлюпе довольно пристойно и проявили необыкновенное любопытство. Например, особое удивление у них вызвало фортепиано, кузница у них вызвала восхищение и, как пишет сам Литке, зрительная труба – страх, и предполагает, что этот безобидный и весьма полезный прибор им напомнил, скорее всего, ружье. За 27 дней пребывания на острове Касрая между русскими моряками и местными жителями установились дружественные отношения и взаимное гостеприимство. Особую любовь к путешественникам проявляла молодежь, которая учила матросов и офицеров петь местные песни, а также сопровождала их во время прогулок. В свою очередь Литке дарил островитянам топоры, ножницы, рубанки, гвозди, рубашки, фуражки и зеркальца. При этом матросы показывали назначение каждого из подаренных инструментов, то есть, например, вертели буровами в бревнах дыры, делали топорами зарубки, которые потом сглаживали рубанком. Согласно экспедиционным записям Федора Петровича Литке, главным занятием жителей острова было рыболовство и примитивное земледелие. Жители острова даже не имели никакого оружия. Ну и в дальнейшем, уже в январе 1828 года, экспедиция Литке подошла к большому острову Помпеи или Панапы. Синявинцы увидели густые кокосовые рощи и вьющийся во многих местах дымок, что символизировало о том, что остров был обитаем. Действительно, вскоре показалось несколько парусных лодок, которые были различной величины, в которых сидело от 2 до 12 человек. Именно эти лодки мы можем видеть на данном слайде. К сожалению, попытка русских моряков высадиться на берег закончилась неудачей, так как островитяне отнеслись к ним довольно враждебно и даже пытались применить оружие. Здесь необходимо отметить, что Литке был принципиальным противником насилия, считая, что применение огнестрельного оружия является слишком жестоким средством, и не стал высаживаться на берег, а опись данного острова была произведена с корабля. Через несколько дней Федору Петровичу Литке поистине улыбнется удача. Он откроет еще два близлежащих атолла и впоследствии назовет всю эту группу островов островами Синявина. Далее экспедиция проследовала на запад и 20 января достигла островной группы Намое, которая включает в себя 4 атолла. Местные жители, прибывшие на каноэ к русскому судну, были дружественно расположены к русским морякам, и Федор Петрович Литке решил, что знакомство с этим народом может пройти довольно успешно,
и решил остановиться на острове в течение нескольких дней. На острове Лукунор отечественные исследователи провели множество ценных наблюдений и ценных исследований. Как писал сам Федор Петрович Литке, вы теряетесь от удивления, с какой мудростью природа сумела снабдить человека в двух растениях не только пищей и питьем, но и всеми нужными материалами для домов, лодок, тканей, домашней утвари и прочего. И в них же доставить ему защиту от вертикальных солнечных лучей и вместе прохладу и чистый воздух. Посетив еще два атолла, Литке прервал исследование Каролинского архипелага и направился на остров Гуам, чтобы пополнить там запасы продовольствия. Пополнив запасы, Федор Петрович Литке вернулся в архипелаг и посетил центрально-каролинские атоллы Элата, Ламатрек и Валиаи. На атолле Валиаи экспедиция прибыла около 5 дней, проводя различные исследования и наблюдения. Более того, русским мореплавателям даже удалось узнать несколько слов местных жителей. Например, слово «муулик» означает слово «хорошо». Интересно отметить, что Федор Петрович Литке пытался разузнать об их соплеменнике Каду, которого русский кругосветный мореплаватель Отто Истафьевич Коцебу встретил на атолле Аур в Маршалловых островах в 1817 году и который в дальнейшем сопровождал российскую экспедицию на Алеутские острова. Но, к сожалению, информацию о дальнейшей судьбе Каду Федору Петровичу Литке найти не удалось. Затем Федор Петрович Литке вернулся на Камчатку, проведя исследования на этом полуострове и на азиатском побережье Берингова моря, после чего в третий раз взял курс на Каролинский архипелаг. 28 ноября 1828 года экспедиция подошла к атоллу Мурила, где русские моряки взяли на борт английского моряка Уильяма Флойда, который был здесь высажен 2 года назад с китобойного судна. В дальнейшем Флойд сообщил ботанику и зоологу экспедиции Андрею Мертенсу ценнейшую информацию о различных аспектах культуры местных жителей. Посетив ряд центрально-каролинских атоллов, Литке удалось отыскать атолл Фаис, после чего он последовал к атоллу Улити. Высадиться там ему также не удалось, но местные островитяне в большом количестве посещали российское судно. После атолла Улити Синявин взял курс на Манилу, а оттуда направился в Россию. 25 августа 1829 года экспедиция Федора Петровича Литке прибыла в Кронштадт. В целом научные итоги экспедиции Литке поражают. Океанология, ботаника, зоология, этнография обогатились новыми и чрезвычайно ценными знаниями о Тихом океане. Федор Петрович Литке и ученый Эмилий Ленц изучили течение в северной части Тихого океана. Также Федор Петрович подробно описал экваториальное противотечение, на которое в свое время обратил еще первый русский кругосветный мореплаватель Иван Федорович Крузенштерн. Ученые Андрей Мертенс и Александр Постельс собрали уникальные ботанические коллекции и привезли в Петербург действительно большое количество морских водорослей, а также коллекцию морских беспозвоночных. Андрей Мертенс также стал одним из создателей новой науки – этноботаники, которая исследует взаимодействие людей с растениями. Большой вклад участники экспедиции внесли и в этнографию Микронезии, собрав новые данные о хозяйственном укладе, быте, языках и обычаях жителей этой области океана. Трехкратное плавание Литке в Каролинском архипелаге выяснило географическое положение данного архипелага, а также привело к открытию островов Синявина и острова Литке. Благодаря исследованиям Литке стало ясно, что Каролинский архипелаг на самом деле гораздо меньше, чем тогда его изображали на картах. Более того, Федор Петрович Литке установил, что Каролинский архипелаг состоит из 46 островных групп, включающих в себя до 400 островов, на которых проживало около 9 тысяч человек. В наши дни население Каролинского архипелага составляет около 67 тысяч человек. Дорогие друзья, наша лекция подошла к концу. Надеюсь, вы почерпнули для себя много нового. Ждем ваших комментариев и вопросов, на которые мы обязательно ответим.